Fuck your report, idiot. Hex. Че оно в середине поля стоит? Что за хрень? Что это такое? Что за фигня? Ты это видишь? Чего? Я МК-14 забираю. Резу забираешь? А, знаешь, кажется, я рип. Что ты там делаешь, дебил? Вылазь оттуда. Тебя нокнуть? Я не знаю. Как тебя поднять тебе? Зачем ты вообще под него залез, придурок? Гроза моя. Тебе уже, я думаю, не надо. Friendly fire. Репорт. Блять. Дороги, сука, как у нас в Киеве прям. Охуенчик, блядь. Бля. Ну пиздец, типа. Why are you bullying me? Чувак сын его положил. Good job, man. Yep, that's me. You're probably wondering how... Rush. Вот это имба. Хуя ты жрёшь, чел, мне нахуй тебя аж убить сейчас захотелось, серьёзно, нахуй. Я вообще было похуй, что умрать, ты просто так ПКМ, блядь, зажал, блядь, и всё, нахуй. Ну да. X8 могу дать. Давай. Кину. Мне все это не нужно, но я возьму. Ладно, я шучу, на, возьми. Нет, чел, я тебя ебну, реально, мне вообще похуй на игру теперь. Гони, 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 зона, зона, мы умрем. Синего забери, зеленый. Я не буду его забирать, нахуй мне нужно. Он вообще в поле стоит, походу, что он там делает, непонятно. Ему похуй на игру уже давно. Задави его. Извини.
Вообще, я же случайно. И мне чисто поебать. Ранжи, подойди. Тебе понравится Ранжи. Я не знаю, у тебя всегда так, но твой голос сейчас похож, как будто ты чем-то закинулся. Нет, я очень много курил здесь. Не советую, иначе у тебя такой же голос будет. Вопрос, а что курил? А при чем здесь курил, не курил? Я тебе говорю, что плохие привычки влияют на твой организм. Знаешь, что я тебе скажу? Мне 29 лет. Так. А по голосу ты меня слышишь, как старого пня. Так. Знаешь, это как бы минус. А с другой стороны, есть один охуенный плюс. Бабам пиздец, как завораживает мой голос. А ты спрашивал мнение людей, завораживает, не завораживает? Нет, детей? Да мне вообще нахуй детей. Людей, людей. А, людей? На моей работе все думали, что типа я чеченец. Я говорю, какой я нахуй чеченец? Ну что, ёбу дали. Я казах. Вот, нет, я белорус, на самом деле. Кто-кто? Гей? Вот, я белорус. Ты чё, петушара, блядь? Я тебе просто как сказал, что женщин завораживают, а ведь это правда. Понимаешь, им это мой голос нравится, они от него кончают. Гей, хуей, какой нахуй гей? Гей, так точно не пиздец, блядь. Чё ты хуйню несёшь, блядь, братан? Откуда ты знаешь, как они... А-а-а, спалился всё-таки. Нет, нет, я просто сейчас глоток пива делал в тот момент, когда ты писал, я не мог ответить. Ютуба насмотрелся, понимаешь? Контент по пупгу смотришь на ютубе? Нет, 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 я смотрю всякие концерты, все такое, Рамштайн туда-сюда. То есть взрослый контент? Ну, конечно, я ж не пиздюк, как ты, ёпта, дружище. Туда не смотри всякую хуету, нахуй. А хочешь удивиться? Да нет, не хочу. Тебе сколько, 24? Ну вот. Или 37? Я не буду тебя шокировать, сколько мне лет. Да, можно ты меня шокируешь, пожалуйста? Сколько тебе лет? Мне 32 года. Пиздец, я в шоке, ребята.